синьку, разбил синего, немножко вогнать. В процессе создания этой картины у вас могут появиться красивые элементы. Ну, скажем, горы приобретут другой характер. И совсем не обязательно, чтобы они полностью повторили наш сюжет. Они здесь слишком плоские такие горы. Что? Плоские горы. Можно их потом взять гуантами такими? Вот это не имеет смысла. Ну, посмотрим, что будет складываться. В предгорье вы видите еще одну возвышенность. Со своими рельефами. Смотрите, как будто бы либо скальные какие-то ритмы, либо даже деревья. То есть нечаянные звуки начинают давать эффекты. Разбил коричневого. Снегом за скалой я отделяю один сегмент от другого. Чем ближе к переднему плану, тем выгоднее подбрасывать теплые звуки, особенно в горном пейзаже. И это какая краска уже идет? Коричневый. Вошел коричневый. Так, где у нас тряпочки? Можно охру, можно грязно оранжевый цвет, он вытащит это вперед. Вы видите, насколько теплый цвет вытащил это место на передний план. Кажется, нету деталей, все равно 3D такой эффект появляется. Thank you.
Ну вот такой экспрессионизм.